С вами Арсенал Персонал и... Что? Что? Ты что, забыл, как твой канал называется? Арсенал Персонал, я знаю. Твой! Ой, Виталик Баран. Ну, молодец. Холодец. Так, вообще доступный. Так, я же не потерял свои вещи, вы же правильно... Или я потерял, или они в тайнике, или что? Надеюсь, они в тайнике. Пожалуйста, они в тайнике. Да, они в тайнике. Это все нам для побега пригодится. Прям все-все. Ладно, мы пока на паузу. Наконец-то Виталик подключился, как всегда, и 3 года не прошло. Но это хорошо. Ладно, давай. Ничего. Так, после этого бежим. Так, мы идем за ногой, сейчас быстренько сгоняем. За ногой? Да, за ногой. Потом за рукой. Ты не там. Там я. Я уже двери открыл. Быстрее давай, а то у меня энергия закончится. Господи. Я знаю. Ну только пока это. Только пока ты добежишь, уже целый день закончится. Ладно. Так, ладно. Да. Это уже благодаря мне. Ладно. Все, проходим тут. Быстренько. Застрял. Тебя подтолкнуть? Давай. Виталик, живее. На, вот, я тебя пропускаю. Давай руку зомби. А шо? Ой, открой. Маскулистая рука зомби. Короче, давай уже. Ты вышел из игры! Нас выкинуло! Так. Вон в том столике был рука монстра. Все. Так, запись идет. Пошли, все, пошли. Вот громоотвод. Громоотвод крафтится вот так. Сейчас я вам покажу. Вот. Петушок и 2 провода. Все, побежали. Ой. На особо отсоединила. Ну что из-за Виталики на ноутбука? Нам туда надо. Ты дурак. А, ты точно. Я смотрю на этого монстра. Открой мне двери. Короче, ребята. Открой мне двери. Вот здесь надо нам Давай. Так. Так, покажем. Нам нужно найти ногу монстра. Нашли. Отлично, теперь рука монстра. Теперь нам нужны болты, чтобы соединить части монстра. Ой, я болты дома забыл. Ну, в камере точнее. Болты? А ты что, не знал? Нет, ты мне говорил про громоотвод. Странно, ладно. Так, побежали. У меня в камере уже лежит болты. Так, все, болты у меня. Побежали. Побежали. Виталик, быстрее, побежали уже. Ну, нету. Нету у меня энергии, так давай быстрее у нас там. Давай. Так, нам нужны болты, сейчас быстренько. Так, нам нужен источник энергии. Молния может сработать. Во, отлично, открой мне. Вот сейчас мы и пойдем на то место. А ты сейчас снимаешь? Да. Ну, так, все, побежали, Виталик. Это у меня очень лагает. У меня нет. Ну,
Это ты просто бегаешь на месте. А не офицеры лагают из-за тебя. Давай. Направо надо. По-моему. Так, дай вспомнить. Оно прям над этим монстром. Оно прям над этим монстром побежали. Все, бежим вниз. Блин, аж говорил, сейчас изоляция будет. Виталик, изоляция по домам. Давай, надо сдать. Давай кто-то взял. Да, у меня ничего нету. Да. Пошли. Пошли. Вот. Наконец-то. Я вспомнил. Так, пошли. Мы тоже заходили. Вот смотри. Иди сюда. Смотри, вот тут вот. Поставить громоотвод, посмотри. Вон там вот. Поставить громоотвод. Нам нужно поставить здесь громоотвод сейчас. Теперь мы можем оживать этого монстра. Нам нужно поставить здесь громоотвод. Пошли. Открой. А я тебе. Все, бирюзовый ключ карта не нужна. Все, мы бежим, Виталик. Мы сбегаем. Зачем ты по длинному пути пошел? Ну ладно. Я пока тебе двери открою. Виталик, быстрее беги. Я тебе уже двери открыл. Ой, уже немного подлагивает. Ну ладно. Я не сбегаю, давай. Все, бежать. Да. Тихо. Есть энергия. Вот и все. Он жив. Молния ударила в здание. Иди посмотри повреждения. Да, хозяин. Что за? Чё, прикольная концовочка. Надеюсь, звук меня там слышно. Мы со второго раза сбегаем. Пожалуйста, пишите в комментариях. Мне очень нравится вот это комментарий по школе. Он все время хорошие комментарии пишет. Ставьте лайки, пожалуйста. Мы уже сбежали это. Судимость. У меня остается один побег. Да, один. Вот. А как ты сбежал быстро вертолет? Так это. Ну, я сегодня снимал только это. У нас не получилось, потому что я забыл поставить на эту, на запись. Ладно, с вами был персонал и фанги. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, пожалуйста. И пишите комментарии. Ну, все, на этом все, потому что все.